вышел так удачно, оживил игру, побежал. Казалось, что и победа будет за нами сегодня. Ну, старались, да. Как бы игра шла вроде бы нормально. Как и думали, первый тайм «Динамо» будет прессинговать и плотнее играть. Во втором тайме, ну, так и думали, что сбавят обороты, и так и получилось. Пытались как-то во втором тайме додавить. Вот, ну, что-то получалось, что-то нет. Были пару моментиков, могли забить. Там офсайд, наверное, чуть, я не знаю, маленький какой-то был. Ну, я сзади смотрел, вроде бы так непонятно. Ну, наверное, был чуть-чуть, вот. Ну, очко уже хорошо в нашей ситуации, надо набирать хотя бы очко. Жалко, конечно, что не три, но пока так. Было видно, ты соскучился по футболу, вышел голодный. Ну да, хотелось что-то или голевую там дать, или забить как-то. Ну, не получилось. Надеюсь, в следующем матче и выиграем, и что-то, какие-то полезные действия принесем команде. Ну, два момента у тебя было, как копирку ушел по флангу, сближался, угловым дело не закончилось, к сожалению. Но да, казалось, что нужно все-таки было отдавать пас. Сам хотел завершить? Не, ну я хотел потом прострелить, а первый момент там, по-моему, ну, там от игрока ушло, но поставили от ворот. А второй там хотел прострелить, не успел. Последние матчи с «Локомотивом», со «Спартаком» в последних секундах проигрывали. Мелькнула мысль, когда назначили эту штрафную, что может быть все плохо? Да нет, ну об этом в игре не думаешь. Думал, что главное, чтобы Сережа отбил, так и случилось, поэтому. Все, спасибо. Да, спасибо.